Здравствуйте, дорогие друзья! Вот сегодня у нас такая интересная встреча. У меня дома, как вы видите, кто меня смотрит, мой канал постоянно видит, что вот у меня дома. Вот Юрий Данил Шарис приехал, голубику прекрасную привез нам, вот новую, свежайшую урожай. Так что, кто захочет, обращайтесь, пишите, смотрите мой сайт natgard.com, прайсик, и можете такую шикарную голубику, вкусную, органическую заказать. А у вас, у некоторых зрителей возникли вопросы относительно вообще голубики, дело интересное. У некоторых на дачных участках есть голубика, но... И все больше и больше. И больше, конечно, это популярно, люди понимают, вкусно, удобно, живет долго, плодоносит долго. Изначально повозиться, а потом, ну не так-то уж много, за клубникой больше ухода, чем, за, как я понимаю, да, за садовой клубникой. Я думаю, одинаково. Одинаково, да? Ну, по крайней мере, не больше, ничего такого сложного уж особо. Ничего сложного. И вот у наших зрителей такие вопросы... Что же нужно сделать вот летом, сейчас еще август, ну вот летом, и осенью, чтобы на будущий год были хорошие урожаи, ну и хуже, по крайней мере, не было, да. Чтобы вот, можно ли что-то посоветовать? Да, можно. Значит, прежде всего, Юрий Андреевич, голубика, в отличие от клубники, лесная ягода. Так. Клубника очень похожа на, например... Ну, это полевая ягода, скажем, да, так. Да, полевая, очень похожа на злаковые, например, растения. У них один способ физиологии, а у этой другой способ физиологии. Да. Поэтому то, что говорят немцу хорошо, русскому... Ну да, да, так и здесь. Так. То, что голубики хорошо, например, брюкви или там морковки плохо. Ну, это понятно. Вот, поэтому очень важно, чтобы вот в этот период года, в августе, голубика хорошо поливалась. Да. В этом году у нас, слава богу, по крайней мере, очень большие много дожди, дождей. Да. И это способствует тому, что урожай следующего года будет то хорошим. Почки, да? Да, должны завязаться и набухнуть, и нарасти цветочные почки. Угу. Не ростовые, а цветочные. Поэтому вот в это время года, ну, прежде всего, голубику надо замульчировать. Это надо было сделать еще весной, ну, конечно. И каждый год солома щипала. Добавлять, да, слой вот такого одеяла мульчи, который защищает от прямого солнца, от пересыхания, от перегревания, да. И всего остального. Да. И в этой мульче корни будут расти, ведь корни у голубики растут не вглубь. Шире они, по поверхности. Они на 40-50 сантиметров, да, глубже, да, не идут. Шире по поверхности, когда мы добавляем мульчи, они растут и вверх. Вот. Таким образом, что я посоветую в этом августе, это побольше влаги. Угу. Побольше влаги. Но при этом, если у вас почва тяжелая или суглинистая... Ну, чтобы не загнивало. То тяжелая, есть это тогда холмики. То есть, если это, сажать, да, то это возвышенность. Да, либо меньше уже тогда влаги. Или... Потому что бывает, что иногда нужно не влагу, а наоборот отвести эту, да, влагу. Да, отведение. Дренировать. Это если уже тяжелые глины, вот, и низкие залегания. То есть должна быть умеренная влагоемкость. 70% mm-hmm. влагоемкости. Mm-hmm. Как это определяется? Например, на песчаной почве. Берешь в комочек землю. Ну, это супесь, субстрат. Да. Субстрат, mm-hmm. да, супесь или mm-hmm. что. И раскрываешь. Если после этого он рассыпался, все, меньше 70%. Сухо, надо поливать. Да, надо поливать. А если вода льется, а если вода льется, да, то значит уже ты перелил. Если сухо, страдают корни, страдает растение. Если мокро, то же самое. И первое, чем проявляет голубика свое страдание, она краснеет. Краснеет. Многие спрашивают, кто хочет получить хороший урожай, а почему-то у меня немножко покраснело. А вот что-то такое, или это, как один вариант. Третий вариант, когда наступает осень, холода, и вот тогда тоже краснеет. Но это уже не от пересыхания и не перед переувлажнение, а от ну или погодная холода. Аномалии, когда летом вдруг там... Да, плюс 5, плюс 6, и вот она начинает краснеть от этого. А вот что касаемо подрезок каких-то, вот как формировать? Идеальный куст, да, голубика живет вечно, ну, по крайней мере, считается, что 100 лет, да, как минимум 100 лет, то есть столетиями. И для того, чтобы она так жила, у нее должно быть количество побегов определенное. Угу. Значит, в зависимости от сорта, но в основном большинство сортов хорошо переносит, когда у них 8-10 побегов максимально. Угу. 4 побега – те, которые готовятся стать угу. плодоносящими. То есть молодые, а 4 побега, которые уже отплодоносили и уходят. На 5-6 год уже эти побеги нужно удалять. Вот, понятно. Ну, как с черникой, в принципе, да. по сути. Удалять можно и осенью, можно и весной, осенью в любое хорошо, время года. В принципе, да?
То есть, которым неплохо. Уже больше 5 лет, на них все равно мало урожая будет. Да. Стоит может быть, даже не осенью, может быть, зимой, ближе к весне. Почему? Чем больше побегов, тем лучше защита от ветра. Ветер тоже на голубику плохо действует. Значит, то, что заросло на зиму, немножко можно не спешить обрезать. А вот когда покроется все большим глубоким снегом, и можно только верхнюю часть куста увидеть, можно сначала отформировать верхнюю часть, ты хочешь зимой поработать, а ближе к весне уже и это нижнюю. Это доп. Работа. Вообще под осень, в принципе, можно делать, правильно? Когда можно, уже октябрь, можно, там идет... Можно, уже... можно делать... Тем более почки посчитать, можно удалить. Есть точка зрения, что вот во время вегетирующего нельзя. Это неправильно. Можно в любое время. Есть точка зрения, что, например, воду из скважины ей поливать нельзя. Ну да, она немножко стресс вызывает. Но если эта вода из скважины идет по постепенно, обычным, плавно по шлангу, например, успевает нагреваться там, по резиновым или да, там да. пластиковым трубкам, она пока доходит, она уже становится. Да, ну конечно, лучше из водоема. Да. Там, поэтому надо не усложнять жизнь, не упрощать. Если есть водоем и через водоем, это лучше, согласен. Да, да, конечно. Да. Но это уже в таких масштабах, а если у некоторых по несколько кустов, там да. проще, конечно. Но тем не менее, значит, влага первая, формировка обязательно вот это правильное, да, логичное да. оставлять. Вот так и куст обновляется просто. Конечно, логически. Конечно. И кроме того, он становится крупнее ягода, ягода потому крупнее. Что когда ты... Ну да, чем больше, да. тем меньше. Это как яблони. Конечно, они, да. То есть биомасса, рассчитанная генотип, заложенная по геному, будет масса общей ягод на куст одна. Ну просто да. либо это будет размер. Много, и конечно, да. либо меньше, но крупнее. Да. Да? То есть, ну, то и, же конечно, глаз хочет крупную. Ну, то есть, общие законы природы тут также действуют. Такие же, как в любой другой культуре. Так, хорошо. А вот удобрять. Сейчас, вот если, допустим, ну, у людей, ну, мульча, допустим, есть, но все-таки почвы не очень богаты, не... Можно, допустим, ну, вносить фосфор, да. фосфор, фосфаты, да. например, калий, калий? Ну, еще в начале 20 века русский ученый Докучаев привез русский чернозем. Воронежский чернозем на Парижскую выставку и продемонстрировал, что есть другие способы, так сказать, вот развития, интенсивного развития. И он был категорически против той самой идеи, которая сейчас развилась в глобальную неорганическую форму удобрений, то есть вот эти самые минеральные удобрения. Ну, да. Однако мы фосфор... никогда не знаем, сколько хорошо. Кроме того, эти фосфорные, калийные и другие формы, они не всегда хорошо впитываются сами. То есть не всегда растение их принимает. Потому что гуматы нужны как раз. Вот... Да, у голубики это не всегда так. И мы видели очень много случаев, когда при вроде бы умеренно, там есть определенно, например, 50%, 50 грамм азота, там, или 100 грамм азота на большой куст, 50 грамм калия и столько же фосфора, это вроде считается классика. Но даже при таком употреблении ежегодно это приводит к переизбытку и деградации. Мы правильно, не рекомендуем, нет. мы ушли от этого. Вот с Ниной мы решили пойти по другому нет, пути. Нет, понятно, там нужно большое количество органических удобрений. Я имею в виду, а потом еще тут вот, на кислых почвах, голубика все-таки на кислых почвах, а не на щелочных растет, да, так сказать? Вот тут можно просто добавить обычную серу или обычную кислоту. Вот уксусную кислоту, серную кислоту, азотную кислоту, все, что по-другому. Самое простое – это из аккумулятора. Серная кислота взять. Нет, а что, и налить. Это для того, чтобы подкислить вот. Подкислить почву. То есть, да. значит, в этом случае, если подкислить почву, то торф не обязательно использовать для посадки. Не значит... обязательно, можно взять песок нейтральный и добавлять кислоту. Вот и так получится. Да. И кислота может решать все вопросы. Потому что сообщество грибов, которые питают голубику, голубика не может сама кушать. Вот поэтому... Она кушает за счет грибов, которые создают ей питательный бульон. Вот именно поэтому, видимо, фосфорные калийные, поскольку щелочные... Плохо будут тоже. Поэтому именно в них. То есть одно дело это было бы там, ну, грубо говоря, на свекле или яблонях, а другое дело это на голубике. Именно Верно. Из-за кислой среды, потому что там по-другому работают там фосфаты. Вот. А так, в принципе, фосфор это минерал. Он перейдет в коллоидную форму в теле растения. Он может усвоиться неорганически. Растения как раз могут усваивать неорганическими. Другой вопрос, чтобы они перешли гуматы, нужны вот эти гуминовые кислоты. Вот это как раз нужно живая почва, чтобы была, чтобы не убить ее, потому что там, на Западе, пошло фактически замещение. Почва мертвая, и фактически это минеральное, чисто минеральное земледелие. Да,
Или ну, это самая поника, да, вот да, которая, да, 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 гидропоника. То есть, конечно, но есть другая гидропоника, когда по трубам течет не то, что туда дозируют химические заводы, поставленные десятки минералов, там и то десятки не делают, к сожалению, поэтому не хватает всех нужд, вот для и кремния, где это будут брать, никто, это очень дорого. А есть другой, замачивать в баках больших сено скошенное, это там идет брожение бактерий и туда. И вот этой жидкостью можно, и это будет абсолютно натуральная, да, экологическая гидропоника. И, кстати, на голубике это хорошо отражается. Да, то есть это применимо... Да. Но вот тут я должен еще добавить, поскольку я уже сказал, что это другая культура, да, лесная, навоз любой не идет. Конечно. Вот ни в коем случае. Конечно. Идеально. Он обжигает корни. А вот если изначально почву делать, как лучше ее готовить в плане? Вот у человека обычная средняя полоса, там глина, то есть щелочная почва. И вот берет он торф, да, кислый торф с верховых, да, с каких оболочек. Да. Берет кислый торф. Лучше фракцию покрупнее, ну, то есть, да, где вот, значит, торф, волокнистый. Волокнистый. В какой-то... Но он не всегда есть, и надо его купить. Вот, да. Не ну, везде. Купить, да. Нет, ну, если, значит, уж человек на это идет, как говорится, изначально. Юрий Андреевич, по-моему, еще проще пойти в сосновый бор. Так. И иглицу, которая есть, взять. То есть верхний слой вот этой. Да, и добавить песка, и получится прекрасный субстрат. То есть отличная идея. То есть, грубо говоря, в сосновый бор, да, мы берем одну часть вот, почвы, верхний слой, вот, да, это уже который подкислен, потому что иголки, ну понятно. Перепревшую часть и верхний опад, все вместе. Да, и добавляем песок. И пополам? Пополам, потому что корни хотят дышать в голубике. А если, ну да, а если, допустим, есть еще, ну, дерновая почва своя, да? Дерновая, это что вы имеете, да? Ну, допустим, какие-нибудь суглинки, вот, например, есть. Она или... вообще не годится для голубики. Нет, да, а вот какую-то часть туда нельзя, одну, пятую, шестую, своей родной, чтобы... Именно там пятую, шестую максимум, чуть-чуть. Да. Вот я просто к тому, чтобы... Для того, чтобы удержать влагу. И влагу. Вот, особенно в песчаной почве, потому что... Ну, там-то вообще, даже, да, иначе вообще вымываться все будет. Да, конечно. Ну, а если глинистая, да, вот если глина у людей подоснова, а дерновый небольшой слой, там то и увлажняется, и там вода стоит, ну, то там надо холмы, правильно? Голубика сажать будет деградировать на глине. Нет, это есть просто. Да. Я имею в виду другое, что по водному режиму. Там надо и, сделать холм. Или холмик, это как простая форма. Простая. Или дренирование уже в самой глине. Ну, это да. Да, поэтому холмик проще. Проще. Да. Вот. И тогда мы туда вносим, ну, допустим, одну пятую вот этой дерновой земли, своей, да, родной, чтобы, да, все-таки симбиоз был потом. Плюс мы берем, значит... Песок. Половину от оставшейся части, вот половину, да, песка и половину слой, да, либо торфа, если у нас есть, если такая возможность, есть, либо из леса собираем вот с хвойников. С, причем, с, когда мы берем торф, так, торф – это, как правило, стерильный, да, субстрат. Да. Вот к нему все равно надо добавить эту иглицу из леса. Да, это будет отлично. То есть один торф с песком. Конечно. Это, знаете, это как я переселял, когда вот, например, вернее, ели, вот елки, например, то если взять из елок из леса вот почву, она там грибницы, вот эти симбиозы, верно, вот эти микоризмы, и туда распределить даже чуть-чуть, вот хотя бы одну, даже десятую, то эти уже начнут расти, развивать чуть-чуть субстрата. Вот. Верно. Его достаточно, да, что... но с голубикой, чтобы это быстро. То есть, либо мы берем торфа, значит, половину и половину песка, либо мы берем дерновый вот это из леса. И не забываем про иглицу. Да, и плюс мы, конечно, очень хорошо добавляем, да, бактерии. Иглицы, думаю... – это грибки, это микоризы, да, да, которые, да, мы берем из леса. Плюс мы бактерии, да, чтобы быстрее органика разлагалась. Да. Вот та же самая Байкал, Восток, так, да, сказать, да, вот, да, это, да, вот, или там аналоги. Саженцы. Вот ведь многие, вот как говорится, где взять? Многие, это как, знаете, вот... Хорошие яблони не просто так, так сказать. Ну, вы же, наверное, сами сталкивались, как вот, что это не так просто. И сортов много, и как питомники выращивают. Сейчас очень модно стало меристемные культуры. О, да, ну это, конечно. Значит, ну вот я хочу предостеречь. Так. Тут есть одна очень серьезная опасность. Они могут оказаться неплодоносящими. Охота. В силу того, что когда производят клонирование, используют очень сильные, мощные стимулирующие препараты, которые могут приводить к мутациям. А мутация может привести к изменению свойств изначального сорта. Мы размножаем, предположим, сорт один, а на выходе получаем сорт немножко другой. Ну, то есть это риск, это может быть, а может это и не риск, быть. Это риск, да. Поэтому лучше традиционное размножение, либо... Клонирование должно подтверждаться генетической диагностикой, ну, да, свойств родоначального отцовского, родительского растения. Ясно, логично. А вот такой еще вопрос, потому что будут задавать точно люди. Можно ли мы сделаем так, как вот мы уже по яблоням, потому что когда Агеева посмотрели, кстати, вот, так сказать, люди завалили письма.
что, например, если они захотят, вы же не только клубнику выращиваете, голубику, а вы же еще размножаете и черенкуете, и выращиваете посадочный материал, то есть сортовой. Да, 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 да. Можно ли будет, например, так, если зрители мне будут, например, писать, желающие, ну, понятно, не 2 кустика, 5, а, например, там, ну, чтобы было смысла, там, от 10 кустиков и там хоть 100. Мы это делаем, мы посылаем почту, мы делаем, все. Нет, ну, это имеется в виду как, вот они, вот, допустим, просто для удобства, и чтобы они, заказы, я их аккумулирую, мы просто потом... Юрий Андреевич, конечно. Вот, все, тогда, дорогие друзья, вы можете писать, потому что, и наверное, так, да, то есть это речь идет про, наверное, весну уже, ну, так, по большому лучше счету. Лучше весна. Да, я тоже, потому что... Лучше весна. То есть мы за зиму, осенью лучше собираем вот эти заказы. Деревья сажают осенью, а кустарники весной. Вот, и к весне у вас будут готовые заказы, это все будет переписка, вы просто пишите на почту aravana@bk.ru заявку, что я хочу, например, там, например, да, сортов-то ведь тоже много, а вот как вот выбрать людям, что, вот, чтобы не ломать голову для простому человеку? Для Подмосковья нужно 4-5 сортов. Большого да выбора. И то меньше, я думаю. И должен быть сорт, который чуть-чуть пораньше, сорт, который в середине, ну, вот пораньше, и ближе к концу плодоношения. И главное, что он был вкусный, сладкий. Вы Они там... все сладкие и вкусные. То есть вы просто пишите, хочу ранних там 10, средних 10, а поздних 20, чтобы у вас там... Совершенно надо... верно. Все, вот грубо говоря, так. Очень поздних не надо для российских, для ну, средней есть такие полосы, сорта, которые вот, мы говорили которые... тогда еще с супругой, что вот, которые чуть ли не в Польше там до октября, там, да, ну да. Это как бы... Ну, если мы ожидаем глобального потепления, может и нужно. Ну, может быть, кстати, да. Попробовать так чисто. Да. А так их укладывают, даже с ней возни много там, да? Конечно, да. Но не надо тогда. Или закрывают в теплицу и так далее. Это будут годовички или какие, или двухлетки? Полутора-двухлет. Потому что дальше они уже дороже обходятся. Конечно. Да. И когда можно ожидать уже, вот человек взял... На четвертый год. То есть еще 2 года пройдет, да, да, и человек уже будет получать ягоду. Обязательно. На 4-й год уже получит несколько ягод обязательно. И вот буквально пару слов с нуля, если вот человек приобрел вот посадочный материал, двухлеточки. Да. Он, у него есть, допустим, либо торф, либо он заранее, заблаговременно, вот сейчас время будет, там набрал иголок, все, у него песок, все есть. Значит, у него влажно, он делает холмик, если у него песчаная почва, он наоборот глины чуть-чуть, чтобы вот не так уходило там, и может вровень с землей, и там уже... Да, верно. Да, вот он весной, ну, он получил материал, и он вот, у него все готово. Он что делает? Сколько нужно примерно под куст вот той почвы, которая вот, так сказать, ну... 50 литров. То есть, чтобы заложить куст, а дальше самообновление. Ну, 5 ведер должно быть. А дальше быть, самообновление, да, будет. Да, да. Он вырывает яму или холм. Ну, вот там, на объем 50 литров. На 50 литров. Да. Достаточно. Больше, да, просто смысла. Больше не надо. И он заполняет этой смесью. Вот это значит, да. Стоит ли на первый раз, чтобы хорошо развивалась и быстро, что важно, весной корневая система, все-таки хотя бы единично фосфорными, вот фосфат добавить, потому что это же развивается очень активно корневая система, а это важно, ну, для начала. Немножко. Хуже не будет? Немножко это? Можно, только 1/5 дозы, которую рекомендую. Ну, это понятно, там буквально речь там про, да, столовую ложку на, да, вот, на куст, да, и то, да, не прямо вот под корень ставить горшок. И не ежегодно, а именно в начале. Разово, чтобы корневая, да, хорошо пошла. А потом просто мульча. Потом мульча, если есть возможность, чтобы, да, ну, кто-то, мало ли, у кого-то нет, но у кого есть, вот любая мульча, какая это может быть? Во-первых, та же из леса иголка, что-то такое, раз. Верно. Второе, это может быть щепа. Перемешку с щепой. Да, и щепа. Щепой. Если это хвойные породы, да, то это между рядами можно. Или щепа, или стружка. Стружка. Да, вот, но прямо не с пилорам. Опилки, но не опилки. Если это опилки, то это можно в междурядье, да, класть? Да, их можно, чтобы в междурядье. Чтобы перепрели там. Или они должны там 3-4 года просто продолжать. Просто. Или между... И еще, Юрий Андреевич, опилки, они постепенно превращаются в асфальт. Ну, асфальт это беда. С ветками, то есть когда вот это, да, все. Вот если с иголками. Да, с ветками, там, да, вот со стружкой. Ну, ветками. В общем, опилки — плохая история. Я считаю, что лучше от них отходить. Для песчаной почвы это отлично. Подосновало изначально. Это солома. Солома, так. А для других почв щепа, стружка. Не, ну солома вообще хорошая вещь для любых, в принципе. Для тяжелых почв она может загнивать. У нее может происходить процесс внутри соломы загнивания. Ну, это если она где-то в воде, там чуть-чуть притоптана, а если она холмики... Тяжелые почвы, они всегда будут немножко в воде. И там будет вот так, знаете, когда сток сена или солома начинает преть,
вот этот запах будет, и там гнилостный процесс пойдет. Ну, это есть методы, чтобы этого не было, когда вот бактерии мы проливаем, ну, чтобы быстрее, во-первых, биоразложение, и потом пища просто у грибков, которые приводят к плесени, убирается, потому что бактерии занимают эту экологическую нишу, тогда это не опасно. Ну, в других случаях, да, если так, на самотек просто, чтобы для ленивых, как говорится. Ну, а щепа нехвойных пород, ольха, осина – это идеальный вариант, наверное. Нет, дальше. Наоборот, щепа хвойных пород лучше. Хвойных пород именно лучше хвойных, для голубики, да? Да, конечно. Потому что так. Именно хвойные породы ближе всего по физиологии голубики. Ну, да понятно, что… Голубика – лесная ягода. Ну, и да, мы с этого начали. Правда, нет, эта щепа будет дольше разлагаться, конечно. И пусть. Ну, задача пусть. Щепы ведь простая, чтобы проходил воздух и не проходили солнечные лучи. Ну и плюс еще разлагаться, и не перегревалось. Да, чтобы вот микроорганизмы, которые находятся под слоем этой самой мульчи, хорошо развивались. Конечно. Да. Но подойдут, я говорю, если нет у кого-то, ну и ольха и осина, в принципе, подойдут. Теоретически и практически тоже подходят. Ведь голубика, она же сама потом, если изначально мы создадим… Есть культуры лесные, деревья, которые все-таки антагонисты. И я не берусь сказать точно, какие конкретно, но например, осина может быть даже антагонистом. Если это осины будет в перемешку с хвоей определенное количество, это будет незаметно. А можно сделать так, например, просто это, понимаете, очень сложно в рубильных машинах, если или у кого-то хвойники, это же смола, это порубить почти, ну, кранты машинам. А вот осину, ольху, легко. Я вот, какая идея, а что если взять, например, ну, какую-то часть, пополам. Скажем, там… Да, и вот половину ольхоосина, именно вот щепа крупная, и чуть-чуть стружки, именно стружки, потому что ее легко достать, вот с пилорам хвойника. Ну, практически я так и делаю сам тоже, вот потому что так. На самом деле в природе, ну вот у тебя бревно лежит, что с ним делать? Потому что уже тогда вот эта вот стружка мелкая, которая, так-то она цельную, если класть, действительно улежится, как панцирь, как бетон, а если в перемешку с рыхлой, вот нормально. Верно, и как раз среда кисловатая, вот это создаст хвойная, какая нужна, правильно? Это можно. Да. Конечно. Ну, значит, пополам просто, грубо говоря, и пойдет. Да. Либо, если нет торфа, то вот можно эту стружку и опилки с песком. Желательно крупным песком. Ну, крупным речным таким вот, который дорожки под коры. Да, да. Потому что если мелкий песок, нет, он тоже заливается. Нет, это плыву, это будет сразу, воздух не будет проходить. Нужен крупный, мытый, речной, такой, ну, как вот говорят, такой самый крупный, хороший, так, миллиметра, два фракции. Такая. В общем, корни должны дышать. Конечно. Нет, естественно, я так, понимаешь, можно и вот мелкий керамзит, у кого возможности есть, мельчайший, это идеально. Тоже. Перлит использовать. Да-да-да, то есть вермикулит, вот это все, это можно все. Конечно. Ну, то есть рыхлый хороший материал субстрата. А вообще почву надо формировать. Ну, это я уже рассказываю в своих лекциях, как все это делать. Вот. А, значит, главное тут понять, что, ну вот, то есть 50 литров, и мы делаем эту а потом среда уже себя обновляет с опадом листвы, то есть конечно, она себя как бы подкисляет. Конечно, мы можем потом просто, вот как вы делаете, солому класть. Фактически уже, ну там чуть-чуть когда-то там. Да, ну мы ежегодно кладем. Нет, я имею в виду уже там хвои, я имею в виду, то есть уже не надо, торф больше уже вы не добавляете. Не, обычно уже нет. Уже обычно нет. Да, конечно. Нет, ну можно там раз в несколько лет, нет, там чуть-чуть. Ну, вначале мы всегда, мы добавляли торф. Это но не по все закладке, имеют, по первичке. Да, и обязательно он должен быть рыжий, то есть верховой. Верховой рыжий торф. Торф, да, торфа два есть вида. Вот низовой, черный низовой, вот его не надо. Не надо. Да. Все, рыжий, верховой, из верховых болот он. Он отличается тем, что, во-первых, он по цвету рыжий, и, во-вторых, у него волокна. Конечно, а это очень важно для и воздух, и биоразложения. По ним идет воздух. И корни легко разлагаются. Кстати, почему голубика страдает от переувлажнения? Потому что вода выталкивает воздух. Вот и все. Может быть, хорошее, не хватает воздуха. Да. И загнивает. Процесс идет гниение уже. Даже не гниение, а дыхание. Дыхание нет корневого. И, конечно. Ну и плюс еще и аэробные бактерии погибают. Ну, и а все. Потом и. И уже, и уже почва просто погибает. Конечно. Жизнь, микроклимат. Верно. Ну, я думаю, действительно исчерпывающе, не так-то и сложно, просто потрудиться надо изначально, и все. Мы столкнулись с тем, что агрономы с этой культурой не справлялись, потому что у них была традиционная физиология восприятия растений. Удобрения, навозику, то прочее. Навозику, ну куда, подходили как к обычной картошке. Нет, вот уже как-то инстинктивно хватало. Ну лесная ягода, конечно, другие. А вот навоз нельзя. Вот мой папа, когда пробовал, он был не агрономом, а географом, но он пытался из леса принести эти растения, и ничего не получалось. Почему? Нет, там куриного помета. Ну, конечно, но это совершенно другая среда. Да. Вот, это действительно… Больше того, мы даже рекомендуем, если у вас уже сложившийся огород,
оградите ваши вересковые, то есть голубику, бруснику, клюкву, таким песочницей, то есть либо так-то доской, либо бревном, либо просто каким-нибудь водоотталкивателем. Это в почве, да? Да, например, рубероидом, да, даже на худой конец, чтобы между ними не происходила диссоциация. Вот то, что вы собрали из леса, понятно, чтобы это не уходило в другой сад. Ну, то есть некая такая зона отчуждения, то есть обособленная да, зона. Да, 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 граница. Да, причем будет очень неплохо, если у кого-то, ну, есть такая возможность у садовода вдруг сделать некую такую, ну, вдруг сосенки растут, вот рядом с ними можно это, да, то есть там конечно, конечно. Идеально. Но при этом не под сосной совсем, потому нет, что нет, в отдалении они любят солнце. Солнце, нет, чтобы было солнце и просто вот зона охвата вот этой солнца. Они дружественные, дружественные, да, поэтому, то есть да, почвы те же, да, фактически. Да, сосна, рододендроны. Вот, там, вот это все подходит. Эти самые азалии, ну и так далее. И в общем, еще важный момент, действительно, то есть она любит голубика солнца все-таки, да? Да, да. Все. Ягода любая. Поэтому и клубника, и голубика солнца. Да, почва влажная. Брусника только полутень любит. Да. Но если будет полутень, у нее будет меньше ягоды. Меньше ягод. То есть все равно она как бы солнце тоже. Любая ягода хочет солнца. Солнце хочет. Значит, она любит солнце, влажную почву, кислую почву, ну то есть умеренно вот в том плане, как и мы меньше говорили. Ветра. Вот, и меньше ветра. То есть некие защитные, так сказать, либо леса, вот о чем мы говорили, лесополосы, либо там какие-то в малых масштабах соседние уже заросший поселок там и так не будет. Да. Ну, но это сказать, как подлесок. Подлесок. Это второй, вот это, то есть третий горизонт от верха, то есть, ну, еще не сам, как говорится, полок, но уже подлесок. Да. Все правильно. Ну, и тогда результат не заставит себя ждать, да? А какие-то болезни, вредители, вот, вот что-то. К счастью, например, в отличие от малины или там клубники, здесь болезней пока еще мало. Да. И очень важно, поэтому я здесь просадочный они тот есть, материал. Но они настолько редки еще. У вас этого нет в хозяйстве. Нет, слава богу. Слава богу. Поэтому, дорогие друзья, вот действительно не хотите болезней, и действительно можно заказывать цены, все мы вам потом напишем. То есть все будет у вас. И действительно, не надо заморачиваться. Я сам в жизни не, и так столько дел, проблем заморачиваться, если вы, конечно, не профессионал. Сорта там просто вот подберите хороший сорт, да, средний, конечно, ранний, и просто по совести подберут нормальный сорт. Все, вот прям вот не надо этим. Мы дадим название. Нет, ну, конечно. Если вам понравится, вы потом будете культивировать это. Ну а кто-то захочет что-то попробовать еще, что-то, так можно знаете, потом. Знаете, Ирина Андреевич, еще такой любопытный факт. Я пробовал закладывать в разных регионах, вот в Калининграде, в Рязани, в Шатуре, в Витебске, в Барановичах. Один и тот же сорт из одного и того же клона, оказывается, имеет разный вкус в зависимости от места. Почему? Здесь немножко больше влаги, здесь немножко больше солнца. Здесь немножко... наличие минералов, видимо. То есть один и тот же сорт, конечно, может иметь чуть-чуть разный вкус. Правильно. И что будет на вашем конкретном участке, вы не знаете. И это на 100% нет. Но все-таки по опыту, да, есть, наверное, такие сорта уже, да, которые вот на практике проверено, что у большинства людей, ну, все-таки это более сладкие. Да, то есть люди любят сладкие голубику, что там говорить. Конечно. Потому что я тоже у вас вот брал разные. Одна кислинка, а другая как мед прям сладкая. Да. Но через две недели та кислинка, которую попробовали, станет медом. Все равно станет. Просто в какой-то момент надо собрать тогда, когда она уже поспела. Ну, в общем, посоветуйте, скажем так. Просто я думаю, что вы, наверное, и делаете в большей степени те, которые уже, вот, как говорится, жизнь конечно, показывает. Конечно. Ну, вот и все. Это логично. Иначе бы зачем кто-то постоянный клиент или кто перепродает, конечно, они бы и не брали, а уже заказывают то, что изначально ясно, что самый оптимальный вариант. Да. Ну, это как и со всеми видами. Вот туйные питомники тоже вот растет смаранга вот эта вот, а ее в основном и сотнями тысяч там, а остальное там по чуть-чуть. Ну, если ты начинаешь уже увлекаться этим, становишься. Нет, тогда, конечно, тогда, конечно, пробовать что-то. Через вас же, я так понимаю, вы, наверное, прошли, ну, я не знаю, там, десятки, если не сотни, там. Ну, 33 сорта у нас есть в хозяйстве. Есть. А прошло вообще, наверное, больше сотни, наверное, да, грубо говоря. Сотни нет, но я был в питомниках, например, в Америке, где я видел 400. Обалдеть. Вот, ну, через меня прошло, ну, 35 максимум. Ну, это которое вы, в смысле, у вас осталось? Опыт, мы имеем опыт, да. Понятно. Ну, и что-то у нас 32 осталось. Осталось, вот все, я понял. Ну, это там, конечно, это уже там, конечно, там и огромные хозяйства, и селекция серьезнейшая. Ну, а зачем, в принципе, для нас?
Я понимаю, там, когда каждый вот считанный просто день... надо с куста собрать несколько ягодок, остальное докупить все равно вы не сделаете. Как такую... у нас проблема в чем? Там, взять и заморозить. Это ягоды вкусные. Верно. После разморозки. Кстати, поэтому в период, когда это растет и оптимальный вкус, съел с куста. Сколько? Да. А излишки, если уж некуда не есть? Не будет излишек. Она настолько хорошая, все ну, съест. Ну, мало ли, заморозить да. можно. Один куст может дать 10-12 килограмм максимум. То есть может столько? Да, быть. Может дать. Ну, а так 2-4 это молодые... 2 это бизнес-проект, а обычно 4-5. 4-5. Да, ну просто там... И птички, и сборщики, и все собирают. Ну, то есть, как бы так. А в принципе, может, вот у простого человека в хозяйстве... 5 килограмм обычно будет. Собирает, да. А вот на четвертый год сколько может быть? Ну, 2, наверное, килограмма, не больше пока. Полкилограмма. Пол, даже, все, это вот на да. 5-й, 6-й только да, уже да, пойдет. Конечно, 2 килограмма. Конечно, да. Все, там да. уже пойдет сильнее. Ну, да. все правильно. В общем, короче говоря, я так скажу, по опыту вообще общему, что зависит вот это и рост, темп роста, и урожайность, и все еще от... качество почвы и от симбиоза, которые там сложены. Конечно. У кого-то это может быть вот как бы полкило, а у кого-то может и 2 килограмма быть, в верно, принципе. Верно. То есть это тоже не исключено. Конечно, конечно. Ну что ж, я думаю, исчерпывающая действительно информация, ее достаточно. Как сажать, что понятно. Кушайте голубику. Да, вкусный и кстати, продукт. Дорогие друзья, вот что. У нас, ну поскольку вы знаете, мы занимаемся биопродуктами, и естественно мы сейчас тоже и впрок и делаем, и будем замораживать, и у кого не будет достатков свежей, ну там в октябре, ноябре и так далее, заказывайте у нас просто по прайсу, будет она в замороженном виде после разморозки. Быстро размораживайте, можно под водой даже, вот прямо под комнатной температуры, прям как я это с черешней. Вот если да. черешню, кстати, разморозить, просто в холодильник положить или на... Она становится обмекает. Из такой темной такой, знаете? Да. А если ее быстро под водой холодной такой, ну вот, разморозить, она сохраняет она свой вид. Какое-то время, да. С голубикой еще проще, чем это не как черешня, вишня, но тем не менее... Она практически не теряет консистенцию, чуть-чуть и мягче. Вкус тоже а вкус вообще абсолютно. Да. Поэтому вы можете смело, я вот что так есть, что так. То есть, в принципе, это самый дешевый способ, потому что зимой голубика в магазине. Ну, это безумно она дорогая. Там в 10 раз, вот в этим лифте. Может, 50. Может быть, в 50, да. Поэтому да. это вот так. Но пользуйтесь случаем. Сейчас есть свежее и всегда есть замороженное. Так что обращайтесь. Ну, и если будут вопросы. К Юрию Даниловичу, пишите под этим роликом в чате или в канале YouTube, значит, или в блоге у меня, где, значит, вот вопросы какие будут, мы потом когда-нибудь обязательно ответим. А если вы хотите заказать сами плоды, это вы знаете, сайт nadgar.com, прайс наш, либо если это саженцы, то пишите уже на почту aravana@bk.ru просто свое желание, количество, и на весну, вот, значит, вот вы сможете это получить. Что ж, всем самого лучшего, до новых встреч, до свидания. До свидания.